Итак, я нахожусь в Дортмунде. Сейчас вылетает мой самолет. Думаю, через пару часов все узнают, куда я лечу. Как бы, может, кто-то уже знает, куда я лечу. В общем, у меня начинается новая рубрика «Мои полеты и пролеты». Вот. После того, как я домой вернусь, это будет через неделю, я прилетаю 21 числа, я выложу новое видео, ну и по курсу, когда прилечу, тоже начну выкладывать то, что я наснимал. Ну, в общем-то, вот это, собственно, все, что я хотел сказать. Всем спокойной ночи.